Всем привет, парни. Ну вот, дошла очередь до пресса. Будем дальше продолжать. Тут мы заменили все, вернее, смазку в подшипниках. Стар Мини 800, вот крышка лежит. Альянс Авто Иркутск покупал я у Алексея Пресс. Советую, парни отзывчивые, терпеливые, как говорится, идут на контакт без проблем. Кто-то где-то нюансы какие-то не устроили, порешали вопросы. Все вопросы решаемы, как говорится. Так, вот по ролику. Вот родной ролик. У него полочка вот эта для цепи натяжения. Идет у нас 4 миллиметра. Я выточил токаря ролики, ждал. Сделал 8. Почему 8 миллиметров? Широкая полочка. Сейчас покажу. Узкая полочка, она идет для цепи. Узковатая, вот видите, сколько остается зазора. И вот этот ролик съедает на один угол. То есть и начинает повреждать на цепи вот эту сторону роликов. Вот чтобы этот край роликов не страдал, мы выточили широкий паз. Вот, то есть уже зазор меньше. Чуть-чуть оставил, зазор должен быть, но пошире сделал. Видите, чуть-чуть ходит. По миллиметра полтора с каждой стороны зазор есть. Вот, это для того, чтобы ролик ходил и цепь изнашивал равномерно. Так, ну осталось мне еще разобрать сам пресс-подборщик. Да, здесь у китайцев стоит муфта, а на японцах здесь стоит просто ремень. Намного проще и удобней. Пробуксовка на ремне, как говорится, ремень проще купить, чем с этой муфтой возиться, как говорится. Вот осталось пресс-подборщик сам разобрать. Люфты проверить, где дорожки выработка есть, сваркой наварить, дорожки восстановить, если они присутствуют, как говорится. Не успеваем потихоньку. Надо и то, и это. Вон еще стоит балалайка. На металлолом разобрать надо, времени не хватает. Вот. Ну, так что советую вам. Обращайтесь, если что. Напишем номер телефона прямой, чтобы через WhatsApp могли пообщаться, если хотите приобрести Star Mini 800. Так, простой пресс, ничего сложного нету, все доступно. Цепи подходят от наших сельхоз сеялок, шаг 15, цепочки идут. Правда, японская на 1 мм шире, а наша по ширине чуть-чуть уже. Идет на 1 миллиметр. А так шаг все совпадает идеально. Сейчас покажу вам новую цепочку. Приобрел вот цепь. Новая. У нас она в Краснодарском крае стоит 1702,5 метра. Вот вам сейчас надену на звездочку. Чтоб вы не сомневались, что... Ой. Вот, села как летая. На цепочке есть маркировка 10В или 10Б, как вам угодно. Вот, сидит идеально, четко. Вот, так что имейте в виду. Цепи есть в продаже, наши подходят. Есть еще цепь, можно и мотоцикла поставить, ИШ. Она будет узковатая. Вот такие пироги. Оп. Так что как-то так. Ну все, потом смажем, где надо, подрихтуем, подкрасим. Все. Вальцы смазал. Все.
Как говорится, каждый вал проверил, крутится на турке, никаких сопротивлений, ничего нет. Вот вал смазал, крутится. Разбирал все подшипники, ну мало смазки, очень мало. Ну все, всем до новых видео, пока.